начинается серия роликов про мужской досуг. Погнали! Ну, я не знаю, что я делаю. Мужики. Я уверен, что на ходу мы разберемся. Меня Егор куда привел? А это, ребят, случайно не маслины? Это вешенки, ё-моё! Смотрите, лесные опять. Это поган. Да? Слушай, ну я не буду такой брать. Следующий выпуск, как мы идем в поликлинику. Это настоящая мужская кухня. Мы сейчас получим неимоверное удовольствие от процесса погнали. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. А тут пришли мы с москвичом, и елочке пизда. Да? Где тут елки, еба, народ? Сундук, а ты не боишься так громко орать песни? Нас сейчас найдут и посадят. За что? Как за что, Сундук? За то, что мы незаконно елки срубливаем. И чё? Чё, нельзя, что ли? Конечно нельзя, Сундук, ты чё? А как мне тогда елку, блядь, где взять? Как с корнем ее выкопать, что ли, если, блядь, нельзя ни пилить, ни рубить? Или тут Новый год праздновать, башкой своей думай? Да. Распилю тебя сейчас пополам, блядь. Сундук, а ты своей головой думай, ее же можно просто на рынке купить. Да, блядь, у человека, который так же ее срубил, да? Сундук, у него на это есть лицензия. А у меня есть похуизм. С лицензией можно делать только то, что в лицензии написано. А с похуизмом твои возможности безграничны. Понятно, поэтому... Чё ты, блядь, стряхиваешь? Это чё такое? Ну-ка, а, блядь, это чё такое, блядь? Сундук, ты чё, это... Блядь, ты чё, Сундук, подними! Это... Блядь, да, это чё делаешь, такое? А? Это уги! У кого? В смысле, у меня, это уги, так называется обувь. Уги. Модные валенки, Сундук. Ну не могут быть рядом эти два слова. Модные и валенки. Либо модные, либо валенки. По-любому пиндос эту хуйню придумали, а ты носишь, блядь. Ох, достал, просто достал. Опа. А это что такое? Это что такое? Что происходит? Опа! Начальник, здорово! Есть что влупить? Вот он, пожалуйста! Сходу, блин, есть влупить! Не здрасте, не пожалуйста, влупить сразу. Давайте сейчас вот так, просто влупить-то. Я трезвую палатку не раз не собирал, как ее поставить-то? Слушай, а что ты в лесу-то делаешь? Что ты в лесу делаешь? От меня вообще-то от отдела отправили дежурить в наш лес, чтобы у нас тут елки не воровали, понимаешь? Ну да. Но я знаю, у нас район нормальный, у нас никто воровать не будет. Вот я здесь вот ночую, сплю. Ну, конечно, конечно, никто не будет. Ладно, что тогда, красава. Стоять. А вы что в лесу делаете? Мы в лесу что делаем? Да, вы. Прям уж интересно тебе, да? Да. Ну, мы это... Мы что, москвич, в лесу? Ну... Что делаете? Что? Мы... В лесу тут... Ну что, в лесу вот люди, вот что делают в лесу? Глупости, блядь, какие ты спрашиваешь? Что в лесу делают люди? Мы за грибами. За грибами. Пойдем, да. Москвич. Зачем? За грибами. Сейчас вот, ну, снег за грибами. Ну, блядь, как раз то, что осенью не собрали, сейчас они так дозрели, такие хорошие, хрустящие, мощные. Вообще, блядь, если не разбираешься, отъебись. Все, пойдем, да? Пойдем, конечно, конечно. Стоять, стоять! Че? Пила зачем? Имеешь в виду ножовка? Ну, пусть будет. Ну как, зачем? Пилить. Сейчас же грибы, он вот такие вот ножки толстые у них. Белый гриб видел? Ну, знаешь белый гриб? Ну так, знаю, да. Не знаешь, что ли? Знаю, знаю. Ты не знаешь? Знаю. Не знаешь? Вот. Как ты ножом порежешь? У него вот такая толстая ножка перезревшая. Вот. Только ножовкой, только пилить. Я видел такой гриб, видел. У меня у бабушки в деревне. Да ты не разбираешься в грибах. У бабушки в деревне да, такой. Ну у бабушки есть, большой, да? Большой, да, такой. Да, не пиздишь. Пила нужна. Вот, все, да, конечно. Все, мы погнали. Ой. Белые грибы. Пилить, давай. Давайте. Все, спасибо. Счастья нахуй тебе. Давай. Давай. Ку-ку, блядь. Э! Стоять, слышите? Чё? А вам зачем вот такая пила? Ей же это долго. На, бенза. Бензопила? Да, но ей же быстрей.
Откуда у тебя бензопила, начальник? Я здесь второй день ночую, у меня краковская, как сосулька, ее только бензопилой нарез сложно. Так, леденец ее рассасывает. Все, да, на, тогда тебе эту. Это хлеб. Все, давай, погнали. Давай, спасибо, грибы покажутся, да? Да, 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 да. На, вот, и чехол ты сюда. Давай, да, да. Подходится. Да, мы погнали, давай. Ну реально за грибами, да? Конечно, а как же не за грибами, а что, блядь, мы на обманок что тебя будем? Сейчас вот белые грибы. Все, давай. Такой долбоеб. Блин, сундук, скоро же мы эту елку найдем, а? Ебаный начальник, что он тут охраняет? Ни одной елки уже не осталось. Да капец, я еще в туалет сильно хочу, сундук. Ну иди, блядь, раз хочешь, ты пиздец, конечно. Куда? Где тут туалет? В лесу! Где туалет? В лесу! Ну? Ну ты серьезно, москвич? Ну-ка встань вот. Закрой глаза. Покрутись, покрутись. Стоп! Куда показывает палец? Все, куда? Там туалет, пиздец. Серьезно? Ну все, вот туалет. Хочешь, вот за этим деревом туалет. Вот за этим деревом туалет. Вот за этим деревом знаешь что? Че? Туалет, блядь. А вот за березкой знаешь что? Туалет? Сука, блядь, да! Да, туалет, все. Блядь, туалет, блядь! Все, пойдем, пойдем дальше. Ты не хочешь, не иди, блядь. Сундук, еще этот портфель, блин, тяжелый, не могу уже. Не тряси его, там самое важное, то, что надо с собой зимой брать в лес. Че там, термос с чаем, теплые вещи, что ли? Ага, термос с чаем. Самое главное, это согреваться изнутри, ебаный, вот, понял? Изнутри самое главное согреваться. Ты смотри, смотри, это смотри. Значит у меня настойка на клюкве. Офигеть. Это значит на сливе. Это значит на мандаринах. О. Это значит в разгуашье, блядь, сделал самогонку, короче. О. Это апельсикс. Это, блядь, этот, как его, вот этот, мятная хуета, как ее? Не знаю, ну, что короче, это. Ну, короче, ладно. И вот, самое на луковой шелухе, блядь. А это что, сундук, кол, что ли? Да, блядь, кол. Это я мазут забыл выложить, ебалан. Дурак, что ли? Нахера плажа? Фу, блядь, идиот. Фу, блядь, тихо. Вон там кто-то кричит. Пойдем. Погнали. Не забудь, я оставил. Ладно, оставим. Чё там, чё там? Смотри! Капкан, блядь, сука, в капкан попал, блядь! Сосед мразота, вставай, блядь! Чухан, блядь, или чушуан, сейчас ну да больно говорить! Чё ты здесь лазишь? Да я... В магазин шел искусственную елку купить, решил через лес сократить. А, лень матушка подвела меня, наказала. А чё ж ты искусственную елку на Новый год покупаешь? Искусственная елка лучше. Лучше? Лучше. А чё ж у тебя жена не резиновая тогда? А, хотя у тебя Зинка резиновая там. Кто так не помещается? Сундук опять, ты лучше, блядь. Вил. Чё там? Чё там в этом в капкане, если кабан он моет, я капкан поставил. Все, забирай, это все твое здесь. Давай, начали. Сосед. Кабан твой, да, все, давайте, пока разбирайтесь. В больницу все дела, у тебя Новый год. Где пошел? Елку забираю. Да как, Сундуков? Всё, нас нахуй, эх, пополам. Нас с наступающим. Зинку одну не оставлю, не беспокойся, Зинку. Одну не оставлю на Новый год. Да, блядь, скажите ему что-нибудь. А я тоже елку хочу такую же. На, половинку тебе. Скорую, все, хватит давай, мне нахуй. Мы позвоним в скорую сейчас. Пойдем, пойдем. Пойдем, позвоним в скорую. Да, блин, ребят, позвони. Ну реально, давайте. Стоп! Поможем. Помогу, помогу, помогу. Помоги! Помоги! Давай, помогу тебе. Помоги! Давай, помогу тебе. Давай, помогу тебе, блядь. Ай! 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 Все, с дороги убрали, дальше можно ходить. Можно пойдем. Братва! Мы снова с вами, снова вместе. Если понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, братва. Давно вас не видели, рады вас видеть. Вот мой телеграм-канал, обязательно туда подписывайтесь, потому что там я напрямую общаюсь с подписчиками. Кружочки записывают это все дела. Короче, на комментарии отвечаю. Давайте все туда вперед. С наступающих всем, братва! Да. Давайте, в расход. Мы отправляемся, догоняйте нас. Ну все, настроение хорошее. Ху-ху-ху. Нет, блядь, сейчас. Нет, нет, нет.
Да, чтобы поймать щуку, надо думать как щука. Есть! Я жорик убежал. Тихо, спокойно. Спасибо за рекорд. Есть. Слава. Приготовь сейчас все по-мужски.